Добрый день, друзья. 20 мая 2021 год. Набережная Высокого берега в районе маяка. И мы с вами видим то, что здесь аккуратный рядок сосен появился. Здесь были уникальные по красоте деревья, которые можно было смело выставлять табличку рядом. Памятник природы. Вот на этом месте, например, было отличное дерево. Но те деревья решили спилить, так как они были, росли в разнобой. И я очень сильно критиковал тех людей, кто это сделал, ну, благоустроителей, за то, что были спилены деревья. Вот на этом месте росло прямо уникальнейшее по красоте дерево. И, но, видите, просто решили взять, упорядочить, высадить ряд сосен, и чтобы эти сосны шли в рост. Но тут вопрос в чем? Тут вопрос в том, что почему нужно было спиливать те деревья, чтобы высадить эти. Можно было, например, совместить. То есть, вполне, я думаю, если бы прежние деревья остались, то было бы деревьев здесь еще больше. Ну, а так, конечно, струнный ряд сосен. Но эти сосны, я думаю, будут расти сколько? Лет через 10 они достигнут таких размеров, что можно будет реально за них спрятаться, во второй половине дня постоять и в их тени полюбоваться морским простором. Видите, их высадили, вот, в принципе, вот, стратегически правильно, то есть не близко к ограде, не близко к берегу, не близко друг к другу. То есть видно, что их высадили в рост на долгие года и десятилетия. Но опять же, хочется отметить то, что могли бы совместить прежние деревья и новые, и получилось бы более вид бы разнообразный, и деревьев все равно было бы однозначно больше. Вот, кстати, наглядный пример того, насколько плотные, насколько мощные здесь были деревья. Видите, срезы, спилы, вот эти пеньки рядом стоящие, рядом с вновь высаженными соснами. Я считаю то, что те деревья, которые были, достаточно серьезная потеря. И действительно можно было бы совместить и оставить. Тем более дальше как раз таки деревья совмещены. Я опасаюсь, что и они могут быть спилены. То есть, что в голове у некоторых чиновников анапских, мне даже сложно представить. Потому что уже мы этой весной с вами видели много просто алогичных последствий решений по, так сказать, и благоустройству некоторых пляжей в ДЖМТ, когда железобетонные блоки завозились. Вот, смотрите, вот видите, вот такие же разнокалиберные деревья, которые здесь растут еще с советских времен. И у меня что-то есть опасения, но вот как бы и их тоже не начали пилить. А вот участок набережной Высокого берега в районе Малой бухты. Здесь мы видим, что тоже высажены новые деревья, новые сосны. Видите, здесь еще грунт открытый, не успел ничем зарасти. И интересное явление. Здесь не тронуты прежние деревья, которые здесь были. То есть мы с вами видели в районе маяка, что там деревья спилены, а здесь сосны соседствуют с теми деревьями, которые были. И я думаю, что у благоустроителей, которые занимались высадкой новых деревьев, они поняли свою ошибку, и они не стали пилить деревья здесь. Они там спилили, поняли, что ошиблись, и не стали пилить деревья здесь. И здесь, видите, рядом с прежними деревьями, здесь высажены новые деревья. Ну, то есть, видите, главное вовремя признать свою ошибку, да?
Ну и вот котейки страдали от того, что прежние деревья были спилены, и вот новые деревья, сосны высажены, и все. И котики опять довольны, лежат в теньке, блаженствуют, дышат свежайшим морским воздухом. Ну что, друзья, пожалуйста, ставьте лайки этому видео. Напишите, пожалуйста, ваше мнение, особенно вот кто видел, какие деревья здесь были до того, как высадили эти и как спилили те, собственно, деревья. Также напишите ваше мнение, нужно ли было оставлять те деревья, нужно ли было высаживать именно вот сосны, может быть, по вашему мнению, здесь лучше было бы высадить какие-нибудь другие деревья. Кто впервые на канале, смело подписывайтесь, таким образом вы будете всегда на связи с любимой Анапой, с любимым Черным морем, будете всегда узнавать самые важные актуальные новости по Анапе, ну и делайте репост этого видео, распространяйте в социальных сетях, чтобы как можно больше людей узнало, что все-таки деревья новые в Анапе высаживаются, а не только спиливаются.